В Барнауле разыскивают преступника, который 29 января в медицинской маске совершил кражу в одном из офисов компании индустриального района. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина спокойно зашел в офис, пригрозил девушке предметом, похожим на нож, и приказал опустошить кассу. Получив деньги, мужчина также спокойно покинул помещение. Правоохранители вменяют ему вину по статье «Разбой уголовного кодекса». Это может грозить лишением свободы до 10 лет. Мужчине на вид до 30 лет, рост 165-170 сантиметров, приметы, вязаная черная шапка, синий пуховик с эмблемой Nike, потертые светло-серые джинсы, черные ботинки. Если вы владеете какой-либо информацией, сообщите по указанным номерам.